Ну что, всем снова доброго времени суток, мои дорогие телерадио, видеослушатели. Снова с вами я, Игорь Шеститко. И мы были в одном зале, сейчас мы уже во втором зале выставки. Ну, на самом деле, уже в третьем зале выставки. Напомню, что первые были те вещи, которые называли железными дрогами. Потом были радиоуправляемые квадрокоптеры и так далее. Следующий зал – это больше вот такие вот сборные модели, судя по всему, и тому подобное. А на самом деле еще и краски, как вы видите, вон девушку, если видите, разрисованную. Напомню, что все видео есть в линках в описании, то есть можете смотреть. А здесь компания Italeri, которая делает кучу различных склеивающихся моделек разных масштабов. Вот вы видите, отлично собранные модели самолетов. Кстати, не знал, что они делают модели домов. Кстати, надо посмотреть у Italeri модели домов. Интересно, есть масштабы Z-Scale. Прикольно, модели Леонардо да Винчи боевых систем, роботов и тому подобное. Вы видите различные варианты военной техники, катеров, торпедных катеров, с ума сдуреть. Все как положено. Здесь у нас, слушайте, по-моему, я вас обманул, здесь опять же начинаются модельки. Я просто увидел Italeri, обрадовался, сказал, что все это будет, это вон английские планеры, английские, кто это такой, Стирлинг МК-4. Много чего хорошего Italeri делает. Для любителей сделать модельки, как всегда, отличный выбор. А здесь мы видим катера, слушайте, станки сверлильные. То есть это инструментарий для того, чтобы вы могли что-либо собирать. Модельки транспорта, модельки машин, опять модельки машин. Слушайте, как-то здесь все в модельках, модельках и еще раз модельках. Бальзовые самолетики. Кто не знает, бальза — очень легкое дерево, по весу меньше бумаги, легче бумаги, да, но зато намного более плотная. Киты, Ламборджини. Посмотрите, какие Ламборджини. Вау. А, я знаю эту компанию. Эта компания, в чем прикол, они продают готовые вот такие вот блоки. То есть это настоящие керамические кубики с настоящим клеем различного типа и, собственно говоря, домиками. То есть что вы делаете? Вы сначала из домики из картона собираете вот таким вот образом, потом вы обклеиваете их соответствующими вещами и получаете вот такой вот касл, да, вот вы видите там варианты такие, такие, Стоунхеджи и тому подобное. Ну вот вам вариант. Сколько? 5500 блоков, да? Разные выборы, разные кирпичи для любителей создания таких вот вещей. Прикольно, очень прикольно. Выбор разнообразный. Жаль, что они не делают Z-Scale. Вот пирамиды, ворота, мостики, Бюрг Фалкштейн. Где-то я... А, точно, я же его проезжаю, Фалкштейн. Обервелах, Филах. Оберфилах, да? Филах, Оберфилах. Я его знаю. Так вот он какой. Надо будет заехать, снять видео Бурга. Идем дальше. Здесь у нас различные модели. А, 3D-принтера. Народ печатает на 3D-принтере все, что хотите. Мини-арт моделс. Снова куча различных солдат, которые вы потом раскрашиваете. Куча техники, куча, вон, пожалуйста, готовых снарядов и тому подобное. Куча пехоты. Короче,
Если вам нечем заняться, можете отлично позаниматься такими вещами. Модели машин, гонки. Но здесь все-таки все равно больше всяких конструкторов, сборочных моделей. Паровая машина. Для любителей пособирать паровые машины, пожалуйста, есть. Ну и все это, я так понимаю, что еще и под старину, когда это все собиралось. Так, а мы идем в Драгон. Драгон тоже известная фирма китайская. Вот вам варианты танков, которые вы должны собрать в том или ином виде. Пушки очень тяжелые. Атомик. А вот это вот что-то интересное. А, Бэтмен мобиль. Тоже можно собрать Бэтмен мобиль. Кат. Катерпиллер делает еще и модельки самих себя. Clever Paper. Вот Clever Paper — это тоже прикольная штука. Почему? Потому что в отличие от там N-ки или Z-ки, очень тяжело найти модели под Z-ку для там домов или еще чего-то для железных дорог. Кстати, вот это вот посмотрите, у народа различные металлические выкройки, дополнения, улучшения. Видите, то есть продают не просто это дом, а вот хотите купить вот то, вот то, вот то. А, это мы разные используем толщины картона. Ну и кроме картона, у нас еще такой материал, который дублирован в спильной, там в спильной основе, несторонний. А у вас есть масштаба Z scale? Z какой? 1 к 220. 220. У нас есть одно здание, французский Сен-Лазар вокзал, в 220 масштабе. А там в 200-м тогда по-другому. Ну, чуть-чуть крупнее. А в 200-м надо посмотреть. Если вы возьмете каталог, давайте каталог. Посмотрите, там указан масштаб около каждого изделия. А вот так вот. Где бы мы народ-то нашли? Масштаб. Масштаб. А где масштаб? Ниже указано, чем название, вот здесь. Ага, вот, 1 к 120. Это вот то, ну, вот как раз единственное, про которое я вам... Ну, 250 тоже подойдет, в принципе, он не сильно будет отличаться. Ну, вот как раз мне для железной дороги вокзал бы подошел. Ну, а как заказывать? А, его можно здесь купить, да? Ну, не то чтобы можно, у нас он есть в качестве образца, один или два, наверное. Если вам страшно нужно... Ну, не то чтобы страшно нужно, а я макет там это самое. Ну, я же могу вас в интернете заказать. Будете очень долго ждать, пока это придет, и еще неизвестно, придет. Что такое? Вы в Словакию не отправляете? Мы не можем отправить, это нужно через таможню. Мы по России только можем отправить. Да, это плохо. Ну тогда я еще вернусь. Да, лучше вам прийти сюда. Понятно, спасибо. Адрес, да. Так вот тут же есть. А, да, да не, адрес. Не, я-то запомнил. Я вас запомнил. Угу, спасибо. Зале. Да. Спасибо. Так, ну что, мы посмотрели дома. А что у нас здесь еще есть? Все народ красит, делает, собирает. Вот только что пропиарили еще каких-то товарищей из Санкт-Петербурга под названием «Умная бумага», которые назывались Clever Paper. А здесь у нас есть, блин, капец. Токарный станок. Кому нужен токарный станок по дереву или металлу? Присоединяйтесь. Куча моделек. Здесь уже, наверное, нужны любители, которые знают, как это все дело собирается. Куча. Техники и тому подобное. Смотрите, как это все классно выглядит. Сеялки, веялки. Посадки. Моделек машинок. Если бы я ими увлекался, я бы, наверное, тут сошел бы с ума. Ну, я особо не увлекаюсь. Больше паровозики, но на паровозике у меня, наверное, все-таки уже выработалось, как это, иммунитет
поэтому стало легче. Здесь, я так понимаю, еще один Caterpillar. Слушайте, они столько всего... Caterpillar настолько популярен, что они это все дело делают. А здесь что у нас? А здесь у нас Medium Tank, железная дорога, паровоз 52 серии. MQ, они пустые. 1:48, интересно, это какие? Это вообще не понятно. А, это просто лежат коробочки. Это все сборные модели, чего только хотите. Опять машинки. Слушайте, машинок просто не то, что дофига, а дофига и больше. Я даже не могу сказать, действительно ли это настолько круто. Ну вот Бурага, ну знаю Бурага. А вот Майста, друг против друга стали для того, чтобы, я так понимаю, конкурировать. А где? А, вот с этой стороны входы. И почему-то мужик с китайским видом. Неужели Бурага стала китайской конторой? Ну, судя по всему, да. Они стали китайской конторой. И такой же Майста. Но там больше радиоуправляемые и тому подобное. New Way. Машинки, машинки. Вот это у них правильно на самокатиках. Самокатики — это наше все. А здесь уже пошли спортивные игры и развлечения. Велосипеды, самокаты, кары. Как это там? Карты. Электрические самокаты. Слушайте, вон они. Здесь народ продолжает гонять машинки с таким обреченным видом, все это делает. А здесь модели. О, еда. Возьму себе еды немного. Что, та же? Нет, это другая, но контора та же, судя по лежащим. А этим самым конфеткам одинаковым я, пожалуй, съем конфетку. И везде-везде на стендах китайцы. PNC Toys. Опять же, сборные модели. Слушайте, вот этот сборный модель мне нравится, когда вы можете собрать полностью машину из запчастей. Здесь пошли детские железные дороги, которые конкурируют с Марклином. Вот эти вот все детские, совсем детские, Лима. Еще модели самолетов. Автомобили. Но тут по выставке можно ходить бесполезно, бесконечно. Excuse me? Make a 90-minute show. Yeah. Военная техника. Военно-строительная техника. Слушайте, а прикольно. У меня в детстве был когда-то вот такого типа кран ГДРовский. Я был самым популярным ребенком в школе. Не такой, вот, не такой, не телескопический. Не помню какой. Но какой-то... Какой-то был. У него была стрела, которая складывалась типа того, и он катился сзади. Теперь это все усовершенствовали.
Ну, выглядит просто замечательно. Просто дофига. Если вдруг решите увлечься, то я думаю, что на любой вкус найдется вам развлечение. Корабли парусные. Но такого нерва бы не хватило собрать такой парусный корабль. Хотя кто-то их собирает, кто-то их продает, да, то есть как опять машины, краски, пульверизаторы, причем народ такой посидее меня красит все это дело. Тут же тоже какой краской покрасить все это тоже очень важно. Лимузины, кто-то специализируется на специальных машинках. Я даже не представляю, вот это сколько народа должно быть хобби для того, чтобы все это сделать. Ага. А тут, судя по всему, русский файтер, английский палубный истребитель Ark Models. Не знаю даже таких товарищей. Но, как говорится, русский... Ой, старые солдатики, помню такие старые солдатики, которые делались... И китайские товарищи рассказывают, смотрю, индейцев, интересно, сколько пещерные люди, сколько лет всему этому делу. Причем мне никогда не нравились вот эти вот солдатики, потому что никогда не стреляли. Один стоит, другой что-то делает и так далее. Вот самые прикольные были викинги, потому что у них были ножи, топоры и тому подобное, все в боевом состоянии. Дополнительные металлические части вместо пластиковых. А здесь у нас трампетер, тоже сборные модели и радиоуправляемые модели, как вы видите. Танк Т-34 против Тигра. Ну понятно, что если Тигр попадет, то все. Только он должен еще попасть. Ребята обсуждают. О, Т-35. Пятибашенный советский танк прорыва. О, Советскат. А, нет, Спайдер. Тоже. Отломанное колесо уже кто-то переднее отломал. Кукурузники. Много советской техники. Хорнет. Это тот самый Хорнет с толпой самолетов, которые взлетели и бомбили потом Токио. Фильм, кто не видел Пёрл-Харбора, посвящен частично вот этому удару. И взлетали они с вот этого вот как раз самолета. Массово пулеметы, все что угодно. Говорю, для любителей можно собрать US Navy New Texas. Металлические части. Народ фотографирует советские танки. Что? Советские люди, у вас же Германия написано. Вы же должны быть германцами, а не советскими людьми. Шпионы? Вы смотрите, оно пишется. Потом... Правильно подымут. Немецкие спецслужбы пока что на хорошем уровне работы. Придут и спросят, так расскажите, кто шпионил.
куда народ тратит свое время и силы, склеивая эти игрушки? Лучше, чем настоящие танки делать. Ну, кто знает. Так, что у нас здесь? У нас здесь еще и еще. А, это, видите, нет, это они демонстрируют качество продукции в Дернье. Pocket Bond Limited English Yamaha. Вот оно, оказывается, какое. Не, ну прикольно. Качество печати пластмассы очень и очень радует. RS Model 1:72. Тоже народ демонстрирует качество печати и результаты моделек. Слушайте, моделек просто дофига. Я говорю, что тут глаза просто разбегаются. Ну что ж, по-моему, я обошел все, что только мог. И это хорошо, динозаврики. Будем идти назад. Не, вот эти вот формы, интересно, откуда они их? Потому что я помню их с детства, вот эти все солдатики и тому подобное. Коробки, конечно, страдают по сравнению с китайскими. А, ну все, все. Я молодец. И время уже идти к следующему, да, уже к следующему залу. И там посмотрим. О, Хортон. Реактивный истребитель. Under development. Ах, они under development. Ну, посмотрите, какой кит из прозрачного этого. Я так понимаю, вы потом сами прокрашиваете и собираете его так, как вам нужно. А, видите, я понял, тут не просто так. Тут, видите, продают конструкции, которые вы можете собрать и показать в разных вариантах вам того или иного девайса. Слушайте, я хочу себе такой вот. Видите, продали уже мне эти девайсы. Колеса, пилот. Ух ты, а что это у него на голове? Металлические структуры. Смотрите. То есть это можно вот такое вот. А, вот он, вот, смотрите, одуреть. Видите? Можно собрать и не красить. И даже увидеть, как выглядят турбины. Я, пожалуй, заберу. Это они удивили. Да, прикольная идея у людей. Я забрал вот этот вот каталог, а это не тот каталог, черт. Я забрал этот каталог и сейчас посмотрим, закажем что-нибудь интересненькое. Но вот эта штука уже заинтересовала меня, могу сразу сказать. А здесь еще варианты самолетов, опять машинки, снова машинки. Кабины отдельно, слушайте, кабины такие, там тот все, двигатели снимаются, боже-боже. Это полный фарш, что называется, в работе. Так, а это
Хасигава. Тоже японская продукция в больших количествах, с хорошим качеством, я так понимаю, и высокой ценой. 1:48. Мне нравится, что они выкладывают вот на... Ух ты! Мне нравится, что они выкладывают само литье, чтобы можно было оценить качество для работы. Что это за монстрики? Machine Krieger Moon Type. Господи. Непонятно что, но прикольно. Космические корабли из каких-то этих... Их... Господи, как эти называются? Ну, в общем, дофига. А, в любом случае, мы прошлись по кругу. Сейчас вернусь к ребятам, которые предлагают здание. Опять 25 минут получилось. Очень интересно. По крайней мере, познавательно. Порадовало обилие различных моделек. А вот опять же напомню, интересная штука. Эти самые модельки керамические для постройки зданий. И пойдем дальше в следующий зал, и там тоже что-то есть интересное, не помню что. А, обучающие и так далее. Вот такое надо иметь еще и выдержку собрать это все и склеить. Ну, всем удачи, счастливо. Напомню, что в описании к видео есть все линки на те или иные другие видео. Смотрите в аннотациях. Опять же, не забывайте лайкать, не забывайте подписываться. Смотрите другие путевые заметки из разных стран, с разных других выставок. Все это у меня есть. Так что заходите, а тут вот готовые самолетики. Мы мимо не проходили. И ракеты. Слушайте, тут чего только, как говорится, нету. Различные киты. 1:400. Интересно, 1:200 есть? 1.400, а 1.200 есть, 1.200, супер. Тогда мы это сделаем. Сейчас возьмем, это хорошо зашел. В общем, всем удачи, счастливо. С вами был я, Игорь Шестивкин. Не забывайте подписываться на канал. Увидимся.